Известная формула про советскую власть. Это было навсегда, пока не кончилось. В здании на бывшей улице Чернышевского размещался всесоюзный АВИР, отдел виз и регистрации. Ну, главное, это была внутренняя виза. То есть власть разрешала гражданину съездить за границу. А если в эмиграцию, то после долгих проволочек и безвозвратно, как на тот свет. И вот на пике всей строгости этот выездной, этот невыездной, этот постоянный, этот временный, еще ведь ни за что не объяснят, почему вдруг разом все рухнуло. Выезд стал свободным, вероисповедание тоже. А потом и графу «национальность» в паспорте вовсе отменили. Кто хотел, тот уехал, кто хотел, остался. А оставшись, мог пойти в синагогу или в церковь, или продолжать жить в прежнем безверии. С тех пор, как не стало советской власти, это все частный выбор человека. Государство здесь ни при чем. И еврей только тот, кто сам себя так гордо называет. Все прочие – русское городское население. В архиве 20 века остались смены фамилий и отчеств, сокрытие родни, живущей за границей, понятие «пятый пункт», бесчисленные анекдоты. И полувековой давности песенка антисемита.